Привет, друзья! Давно я не снимал видео о шестирамочниках, не было времени, да и желания. А сегодня я просто отбираю маток. Сегодня какое, зайчик? 28? 29, наверное. 29 сегодня сентября. И хочу сказать плюсик прелести шестирамочников. То есть один из плюсов, хотя уже не раз я говорил об этом, это то, что когда уже матководный сезон закончился, и ну, уже он давно еще в августе, а мы еще на сегодняшний день, сентябрь, уже середина осени, мы еще отправляем вот заказчикам матки. И в микриках этого не сделаешь, чего можно сделать в шестирамочниках. В чем класс? Вот подойди, зайчик, поближе, не бойся, пчелки у нас не жалятся. Смотрите, что мы делаем. У нас тут два отделения, вот по три рамки, здесь три и здесь три. То есть здесь у нас присутствует в данный момент две матки. Вот одну матку мы берем, находим. Конечно, тут все уже задубило, но тем не менее. Одну маточку мы находим. Вот так обстоят дела. Видите, мы сюда отдавали по... 3 раза по 2 литра сиропа, 6 литров. Вот такое состояние пчелы на трех рамках. В принципе, немного, но и я считаю, что нормально. Ну, в чем сам интерес вот этого всего? Вот так вот, смотрите. На сегодняшний день, конец сентября, у нас вот есть расплодик. Видно, Зай, на камеру? Расплодик. И вот, кстати, матка. Вот с маткой. Вот маточка. Вот она. Красивенькая, ровненькая, крупненькая еще. И мы теперь берем и забираем эту матку заказчику. И перед этим мы ее благополучно прямо на рамке метим. Вот так красиво. Вот она помеченная. Видно, да? Вот. Ну, и берем эту маточку и отбираем с сопровождающими пчелками. Давайте я вам потом сейчас покажу еще сблизи. Так. Так как уже поздно, пчелок желательно побольше оставлять. Вот наша пчелка. Видно? Маточка. И все, и заказчику. А теперь, друзья, смотрите, вот это все движение. Зайчик, дай телефон. Вот у нас сколько кормов тут на одной рамке. Вот сколько тут кормов в расплодик на другой. И вот третья рамка. Вот такое деление. Теперь буквально через пару часов, там час-два, пока мы отберем маток, мы вытащим вот эту перегородочку глухую, вот эту, и объединим пчелок, и все, у нас в зиму пойдет шестирамочник, хороший шестирамочник, который кормов хватит, и будет одна матка. Весной это будет пакет, примерно так, да, зайчик? Да. Ну все, друзья, вот это так. Всем приятной, хорошей осени, доброй, и всего хорошего. Пока.